Всем привет. Вот главный инженер идет. Да, да. Инженер. У нас снова поломки, ремонты. Ну так, видео для подписчиков нашего канала. Так стоит он у нас с обмотчиком. Кстати, кончилась пленка про житницу. Будет отдельное видео. Там такие ребусы, кроссворды, что не рекомендую никому. Ладно, это все лирика. Пришлось по старинке заказывать сетку, этот стрейч, пленку и сетку. Но это все фигня. Так, в чем проблема? Перестал крутить обмотчик у нас. Хрен знает такое, перестали на другую секцию распределителя, все равно не крутит. А гидравлику он подымает. Поднимает, то есть и с рулоном при нагрузке, то есть 500 кг рулон, и без нагрузки он, то есть поднял, выкинул, мы подняли навеску и приехали домой. В общем, скорее всего, что умер распределитель. Но он уже показывал такие финты, как двойная подача, то есть мы включали обмотку на обмотчике рулонов, а он у нас подымал гидравликой вверх, то есть с двойственным перепад перетекала, видать, жидкость что-то там. Ну, я не специалист, я не стал заморачиваться. Если у кого есть специалист, кто может перебрать их, я, конечно, пришлю вам распределитель и поможете нам в этом. Ну, естественно, как бы за те деньги, которые вы попросите. Ладно, купили новый распределитель, новый, правда, китайский. Цены у нас в магазине 24-27, это там родные, не родные, я не знаю. Аналоги у нас 20-ка и самое дешевое я нашел 17. Данный распределитель я купил по интернету, купил его за 12 тысяч. Плюс доставка 12-500, 12-700 он мне обошелся у меня. Вот такие вот цены. Как он будет работать, я покажу, скорее всего, что в другом видео, в следующем. Вроде бы здесь все собрали. Да, и этого. Для канала сам себе режиссер. Да, режиссер. Такой созвучный. Не режиссер, а сам себе инженер. Для инженера, короче. Вот он стоит, догружатель, который создает серьезные проблемы при установке нового распределителя, блядь. И вы бы знали, какие слова были здесь сказаны, рассказаны и употреблены. В общем, разбирать пришлось долго, чтобы поменять распределитель, и упорно. Но с этой задачей наш инженер справился. Причем в городе купил ему новые перчатки, оказались на одну руку. Обе. Ну, помогло, видать. Так, еще не пробовали, ничего не запускали. Вот хотел, кто знает, то есть расскажите, что такое гидроусилитель сцепного веса. Он помогает там в основном в пахоте. Вот он сам стоит у меня, как бы в народе его называют догружатель. И вот у меня 4 рычага. И он у меня парил мозги тогда, когда флажок падал. То есть так-то он ничего, мы его не включаем, потому что не знаем, как, чего. А вот этот вот флажок, там вот рычаг сверху стоит, он сюда падал, и догружатель начинал мозги гнифолить, потому что подымали, отнимали, и он ни хрена не работал, не подымалась гидравлика, не этот. На блокировку, фиговку ставили, ничего не работало. Потом убирали этот флажок до конца вверх, и все, он работал. То есть вот сам он здесь стоит, а система там еще есть и под сиденьем. То есть вот, вот здесь он у нас тоже стоит, как и говорил сам себе инженер. Да, вот бак у меня, он стоит пластиковый. Пластиковый, конечно, проще было поставить сюда, не снимая кабину.
как проще, то есть снимаю, откручивали задние подушки, приподнимали сзади этот кабину и запихивали эти баки. На железный я брал в разборке, там по 1500, по-моему. Я поставил тоже, не снимая кабины, то есть задрал. Там только ребро жесткости маленько спогнули, то есть запихивая. Но с какими-то там нехорошими словами и кое-какими помощниками, не снимая кабины, ставили баки. Значит, по распределителю будет, значит, следующая серия. Про догружатель я рассказал. Кто знает, может этот, написать в комментарии, для чего он. Я понимаю, что он для плуга, там, для усиления сцепного веса. То есть он распределяет нагрузку плуга, то есть выше и ниже, типа плавающего как положение. И усиливает, то есть мощность при пахоте трактором ТЗ-80. Так, надеюсь, что у нас еще сенаж будет мотаться. Так что, наверное, сегодня его запустим и посмотрим, чего да как. Ладно, смотрите, что будет у нас дальше.